Друзья, никогда такого не было, и вот опять. Смотрите, стенка, фронтон, ну, то есть вообще второй этаж, из бруска 50 на 50. Шатается, конечно, жутко. Да, сейчас будем ставить окно. Не знаю, как это будет. Посмотрим. Приехали мы к заказчику менять окна. Значит, у него были деревянные окна, меняем на металлопластик. Ну и заказчик нам показывает там косяки по этому дому. Окна текут, а двери не закрываются. Там дует. Дом из бруса внизу на первом этаже. Там щели. И он рассказывает это все, рассказывает и говорит, ну а что вы хотели за 280 тысяч? Ну и действительно, друзья, вот давайте подумаем. Дом у него, значит, 4 метра в ширину, 6 в длину, в 2 этажа. И на втором этаже он мансардный, то есть без перегородок. Но площадь немножко меньше за счет того, что крыша подшита по бокам и теряется площадь. Ну вот, и соответственно, получается где-то полезные площади внутри дома в районе 37 квадратных метров. То есть, смотрите, за 37 квадратных метров летнего жилья заказчик отдал 280 тысяч плюс сваи. Сваи еще где-то обошлись в 30 тысяч рублей. То есть за 310 тысяч он получил дом, в котором живет в летний период. То есть прошло 5 лет, сейчас вот он поменяет окна и, в принципе, все. Больше ничего не будет делать. По дверям он их просто пройдет рубанком, чтобы они не терли. И все. Вот, в принципе, за 310 тысяч вместе с фундаментом получаешь летний дом на 37 квадратных метров полезной площади. Такой общий вид имеет дом снаружи. Вот мы уже окна здесь заменили. Крыша андулин коричневый. Вот эта пристройка слева, это уже потом достраивалось. В эту сумму 310 тысяч не входит. Вот внутри планировка. Заходишь со входа, слева комната. Справа лестница, вот идем по коридору. И вот большая вот комната, грубо говоря, 4 на 3. Два окна. Вот уже заказчик потом печку сам поставил. И вот поднимаемся сразу же с коридора наверх. Лестница такая не очень удобная, но, друзья, цена. Вот все отделано вагонкой внутри. Печку вот эту уже ставил сам заказчик. И тоже так два окна достаточно просторно. Вот внешний вид общий снаружи. Так что, друзья, имейте в виду, что косяков, конечно, много, но стоимость такого строения полностью перекрывает все эти нюансы. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго.